Всем привет, друзья! Мы снова на стройке. Сегодня выставляем Mauer Lab. Опа! Получил. Так, выставляем Mauer Lab. Начали мы со средней стены. И я сейчас расскажу некоторые нюансы. Итак, вот мы наверху. Значит, с чего я начал все? Начал я все с того, что сперва там на краю у меня будет идти фронтон. То есть здесь будет такой вот треугольник. И толщина его, толщина стены там будет 20 сантиметров. Значит, я карандашом прошелся по всему периметру, везде, где будет ложиться мой урлат, это будут три стены у меня. Я сделал карандашом отметку 20 сантиметров. Куда вот это вот это Mauer Lab не должен выйти, то есть дальше будет блок, то есть я сделал разметку. Потом я сделал шипы, шип ласточкин хвост 4 сантиметра здесь и 4 сантиметра с той стороны, вот отмечаю, вот 30 сантиметров у меня сам шип, вот, и бензопилой вырезаю этот шип. И они абсолютно одинаковые. То есть, что этот, что этот. Потом один переворачивается, и они сходятся между собой. Ну, вот так вот как-то. Значит, как мы садим на шпильки? Мы берем вот, это, вот этот брус, ложим его сразу на шпильки, выставляем, молоточком сверху стучим, и получается у нас метки. Потом мы переворачиваем и по этим меткам просверливаем пером на 10. Шпильки у меня десятки. И пером на 10 я просверлю отверстие. И после этого мы его садим. То есть, в принципе, у нас все сошлось. И шип у нас сходится. Сейчас мы его будем садить. Садить уже его надо кувалдой. То есть, не всегда он хорошо садится. То есть, кувалдой нужно поготить. И оно все хорошо садится. Вот первое у нас вот все легло, все село. Вот, уже гайки, шайбы наживляем. Вот. Вот этот зазорчик, который здесь остался. Вот этот. Это будет еще здесь блочок. Буду ставить блочок. Вот. И потом будет штукатурка уже там по нему идти. Где-то так вот по плану. Либо это все, наверное, скорее всего, спрячет подвесной потолок. Я так думаю. Что тут еще сказать по этому нюансу? В общем, все не так сложно, как я думал. Все получается. Идем по чуть-чуть. Вот такая вот отметочка. Вот, и Mauer Lab, он становится здесь. Четко становится. Сходится. Ну, немножко зазорчик есть, но мы еще гвоздями сколотим. Шпилька стянет. Итак, маврик мы выставили. Стянули шпильки, все, стянули.
теперь делаем разметку, где будут ложиться балки, где будут ложиться стропила, и начинаем поднимать балки перекрытия. Будем устанавливать пол.